Идо гейко. Основные движения. Переходим к упражнениям в движении. Упражнение «идо», если дословно, это повторяющиеся движения, которые мы проходили до этого, но выполняемые в движении. Следите за передвижениями ног. Движение вперед-назад в динкуцу-дачи. Встали в динкуцу-дачи. И по прямой линии движемся вперед. Корпус при этом не движется вверх-вниз. Поясница остается на одном уровне. Колени не должны выходить в сторону, они направлены вперед. Перед началом движения не двигайте пальцы левой ноги или пятку. Передняя нога неподвижна. И пока задняя движется вперед, передняя разворачивается. При отходе также передняя нога разворачивается. Изменение направления в динкуцу-дачи. Проверим правильность стойки. Если смотреть по ширине, расстояние между ногами, ширина плеч. Из хайка-дачи на расстояние двух плеч убираем ногу назад. Передняя нога направлена на противника. Пальцы задней ноги развернуты на 45 градусов. У задней ноги колено вытянуто, у передней ноги согнуто. Из этого положения делаем разворот. Нужно помнить о перемещении сознания и перемещении веса тела. Сначала переносим в бок заднюю ногу на расстояние двух плеч. Проверьте положение ноги. Теперь мы разворачиваемся и проверяем глазами местонахождение противника. Перемещаем вес тела и готовим стойку. И, наконец, следуя блоку, поворачиваемся. Переместив ноги и закрепив положение ног, проверяем положение противника и выверяем равновесие. Движение в динкуцу-дачи через разворот. Из положения динкуцу-дачи, повернувшись на 360 градусов, продвигаемся вперед. Сконцентрировавшись на пальцах передней ноги, немного поднимаем пятку. Задняя нога, по возможности, проходит через центр. Мы поворачиваемся. И другая нога кладет пятку и закрепляет позицию.
Обратите внимание на положение колена. Движение вперед через спину. Необходимо следить за пальцами задней ноги. Ни в коем случае нельзя разворачиваться на пятки. Движение назад через грудь.待って下段払い。はい。はい。はい。はい。上段受け、上段逆突き、中段外受け、中段逆突き、中段内受け、中段逆突き、待って下段払い。下段逆突き。はい。はい。